Добрый день! Сегодня мы обвязываем ленту, выполненную на вилке. Для работы нам потребуется пенопластовый матрасик, образец ленты, булавочки и крючок. Приступаем к работе. Мы ленту сняли, накололи и теперь начинаем обвязку. Вводим крючок в первую петлю и выполняем несколько витков вокруг ее оси. Мы выполним 3. Раз, два, три. Теперь захватываем рабочую ниточку и вытягиваем. Теперь выполним 2 воздушные петли. Раз, два. Так, мы провязали 2 воздушные петли. Вводим крючок в следующую петелечку. Выполняем 3 витка вокруг ее оси. Раз, два, три. И провязываем столбик без накида. Обратно 2 воздушные, раз, два. Теперь 2 петли мы пропускаем, берем следующие 2. Сначала берем одну, вторую. Провязываем столбик без накида. Провязали 2 воздушные, раз, два. Теперь берем те петелечки, которые мы пропустили. Одну и вторую. И провязываем на них столбик без накида. Смотрим, что у нас получилось. Продолжаем дальше. 2 воздушные. Раз, два. Вводим крючок в следующую петелечку. И обкручиваем ее вокруг ее оси. Раз, два, три. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные. Раз, два. Следующую петелечку берем и обратно ее обкручиваем. Раз, два, три. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные. Раз, два. И обратно будем делать крестики из петель. 2 петелечки мы пропускаем. Берем следующую, третью и четвертую. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные. Раз, два. Теперь берем петелечки, которые мы пропустили. Первую, вторую. Провязываем столбик без накида. И так продолжаем до конца ряда. Мы закончили обвязку верхнего края. Таким же образом можно обвязать низ. Посмотрим, как наш вариант обвязки смотрится на пряже другого качества. Творческих вам успехов!